Время делиться полезностями, поэтому рассказываю про Джум. Джум — это маркетплейс, который объединяет продавцов и покупателей по всему миру. И да, заказывать можно не только из Китая, но и из Кореи, Таиланда, Европы и Турции. Там вы можете найти абсолютно все: косметику, брендовую одежду, обувь и даже кей-поп-мерч. И что самое главное, вам не нужно переплачивать все по супер выгодным ценам. Я сама заказываю кей-поп-мерч на Джум прямиком из Кореи. Посмотрите, сколько новых альбомов и не только есть на Джум. И что самое главное, ребята запустили первую распродажу года — со 2 по 8 января. Так что вы сможете купить товары по супер большим скидкам. Также обратите свое внимание на раздел с косметикой. Все самые популярные корейские бренды есть на Джум. Вы сможете заказать корейскую косметику по приемлемым ценам и опять же таки прямиком из Кореи. И также важно найти место, где можно покупать брендовые вещи по приемлемым ценам. И со всеми этими задачами отлично справляется Джум. Поэтому если вы сейчас находитесь в поисках кроссовок Nike или New Balance, например, то вам снова на Джум. И благодаря январской распродаже на Джум брендовые вещи вам достанутся опять же таки со скидками. А еще хочу вам предоставить свой промокод DAISY, который даст вам дополнительную скидку в 11% абсолютно для всех пользователей. Как же круто, что у вас есть возможность сэкономить на покупке кей-поп-перча, корейской косметики и не только. Такое на самом деле встретишь очень-очень редко. В описании к этому ролику оставлю вам ссылку на подборку самых выгодных товаров на Джум, а также свой промокод, так что обязательно переходите. Подарки именно от семьи. Вот, но распакую я попозже. Единственное, что сейчас распакую, это парфюм Jo Malone. Я его очень давно хотела. Он очень вкусно пахнет. В конце влога через пару дней распакуем, потому что сейчас буду 2 дня праздновать день рождения с друзьями. Я уже очень хочу открыть, но я хочу открыть красиво, поэтому сейчас открывать не буду. Чемодан, так как очень много вещей, я решила все сложить не в рюкзак, а в чемодан, чтобы было просто комфортнее. Точнее, я заселилась в апартаменты. Я в попытках включить проектор. Здесь есть и плойка, и дофига всяких штук. В общем, и Apple TV вообще класс. Милый уютненький диванчик. И второй этаж, там кровать. Я очень люблю черный, но вот этот черный с карамелью — это просто вау. Его не платит 100. Да. А, тут, кстати, Ванесса принесла тортик, надо его в холодильник скорее. Ванесс. Это подарок как бы Даша. Алло? Алло?
Мы отфотали очень офигенские кадры, очень круто получилось. Я вам сейчас парочку покажу, необработанных. Но это просто вау! Имба! Боже, я обожаю фотки на Polaroid. Мы еще снимаем на старую пленку. Она, по-моему, 2000 года. Я надеюсь, что она рабочая. Вроде бы кадры прокручиваются, но узнаем только, когда будем проявлять фотки. Вот, я их выложу, наверное, к себе в Telegram и в Instagram, в Stories, поэтому ссылки на все мои соцсети внизу в описании. Сейчас, кстати, мы будем уже переодеваться из всех этих красивых нарядов, переодеваться в комфи-аутфиты и будем ждать всех ребят. Пока нельзя. Ладно! Я так и знала, что ты подаришь подушку. Я, по-моему, дверь закрыла. Кайф. Йоу. Даша, не подходить. Даша, только не подглядывай, ладно? Thank you.
Что делать, если у моей челки сегодня нет настроения? Зацените мой худи с ушками 100 из 100. В общем, я наконец-таки дома. На самом день рождения я уже распаковывала подарки, я уже знаю, что где и так далее. Плюс вы видели, что мне дарили родители. Вот, но все же я хочу вам показать подарки вблизи, что именно ребята мне подарили, потому что там было очень много эмоций, очень много пожеланий, поэтому я оставила этот кусочек просто с музыкой, чтобы вы просто насладились в какой-то мере моими реакциями, вот. Потому что я была просто безумно рада, ребята все подошли с такой теплотой, то есть такой продуманностью к моим подаркам. Я просто миллион раз им благодарна, насколько они запарились подарками, честно. Это было безумно приятно. В общем, как вы видели, родители мне подарили iPad Pro 11-22 года, потому что мне он очень нужен для университета, вот, и все дела. Так что это прям must have, чтобы в универ было комфортнее ходить и не таскать с собой MacBook. И плюс, конечно же, купили Apple Pencil к iPad для того, чтобы можно было писать конспектики. Следующий подарок — это подарок от моего брата. Lip Glow Oil в оттенке 0.12. Погнали, следующего просто, что вижу, то и достаю. Следующий подарок — это украшение от Poison Drop. Здесь просто такая шоколадная вкусняшка. И, собственно, сама подвеска от Poison Drop. Следующий подарок — это подарок от Динары. Это татушки со Stray Kids. Вы только посмотрите, какие они крутые. Боже, я скоро стану Чонгуком. You know? Забьюсь вся. Пусть переводными, но тем не менее. Плюс Динара знает мою любовь к поки. И она мне набрала много-много-много поки. Это поки с кокосом, поки с клубникой и просто обычные шоколадные. Динара мне подарила вот такой вот шопер. Очень он мягкий, пушистый, белый, с мишкой, который пьет Bubble Tea. Еще одни татуировки уже с бантанами. Посмотрите, как это мило. Боже. В какой-нибудь очень комфортный и уютный лук я их обязательно надену. Я очень люблю аниме Spy Family. Макс мне подарил вот такую фигурку с Анечкой. Просто посмотрите, какая крутая Анечка. Следующий подарок — это подарок от Ванессы. Это футболка с Анхуном. Извините, но футболку своего краша я еще не, ну, уже носила, но так-то вообще нет. Кызу с Чаном. Боже мой, какой он мягкий, какой он миленький. Я просто не могу. Здесь еще Ванесса добавила очень-очень много классных стикеров. Чупа-чупсы и мои любимые риски, которые я просто обожаю. И, в общем, это проводные наушники. Они так атмосферно выглядят. Боже, вот этот вот шарм этих наушников, они мне очень нравятся, так что ждите фоточку с ними в инсте. Я их еще дизайну стикерами, которые я подарила Ванесса, и будет вообще краш. Ну, на этом можно заканчивать, правда. Официально сплю с Юнджином. Трэш. Я в шоке. На этом моменте у меня села камера, и я не смогла до конца сказать всю большую речь, которую планировала сказать по поводу подушки с Хёнджином. Еще раз хочу поблагодарить всех своих друзей за то, что они сделали этот день в миллионы раз лучше, чем он мог быть. Это было просто великолепно, поблагодарить свою семью. А также хочу поблагодарить вас. Вы так много писали поздравлений мне в Инстаграм, в Телеграм, в комментарии под мои видео. Это безумно ценно. Спасибо вам огромное за все поздравления. Ну и до встречи в следующем видео. Thank you.